Здравствуйте. Powerbank упал со слов владельца с большой высоты и после этого перестал работать. Вот, судя по всему, ударился вот этим углом. Вот его модель. Попробую разобрать и посмотреть, что с ним. Думаю, что просто что-то отвалилось. Не реагирует ни на зарядку. Здесь вот индикация светодиодная, тоже на нее не реагирует, ну и не отдает ток. Разбирается, скорее всего, с тыльной стороны. Аккуратно, видно, не получится вскрыть. Следы останутся. Зацепил руку, все-таки палец.
Так, ну и видим тут два винтика. Сейчас палец обработаю. Продолжаем. Выталкивается, скорее всего, в эту сторону. Еще одна крышечка. Здесь упор, значит, должна выходить сюда. Ну и визуально не видно, чтобы что-то отвалилось. Замеряю напряжение на аккумуляторе. Напряжение 3,2 вольта. Аккумулятор разряжен. Проверим, работает ли подзарядка. Подключил блок питания. И смотрим тоже напряжение подзарядки. Тоже нет. Посмотрим, как обстоят дела с обратной стороны платы. Нужно открутить два винтика, два шурупа. Придется, видно, снимать переднюю панель, чтобы ничего не сломать.
особо ничего не дало, но она должна отниматься. Или она цельная. Похоже, что цельная. Зря отрывал. Главное не оторвать тут контакты батареи. Можно, конечно, было бы отпаять. Ну, вот выскочило. Вот и причина. Где-то здесь не контачит. Нам нужно пропаять эту микросхему, прогреть. Прежде чем пропаивать, нужно было бы отключить аккумулятор. Но он припаян контактной сваркой. И не хотелось бы ее обрывать. В данный момент работает, но прогресс не мешало бы, потому как в любой момент может пропасть. Буду прогревать, не отключая. Контакты микросхемы промажу флюсом. Фен поставил на температуру 250 градусов. Специальные ленты, чтобы защитить рядом стоящие детали, у меня нет. Буду прикрывать картонкой. Думаю, достаточно.
Ну и будем надеяться, что еще поработает. Собрал в обратном порядке. Все работает. Подзаряжается. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.